Маш, а что ты делаешь дома? Да у меня клиент встречу отменил, Юра должен зайти. Юра, слушай, тут такое дело, у меня интервью через 15 минут, и оно будет здесь. Здесь, а в кафе места найти не удалось. Да это журналист, он захотел увидеть меня в домашней атмосфере, я хотела отказаться, но агент сказал, что это известный журналист Саша Пришвин. Саша Пришвин, ты серьезно? Да. Так это же очень известный журналист. Его же статьи в каждом журнале есть. Что ж ты раньше-то не предупредил? Он же, блин, такой бардак. То есть ты не против? Нет. Господи, надо же убраться. А мне нужно накраситься. У тебя есть тушь? Кажется, это он. Ты открой ему, а я пойду накрашусь. Подожди, а я? Привет. Юра, спасай, нужен срочно макияж. Маш, ты хочешь простой макияж? Юр, я хочу быстрый. Даже если у тебя нет времени краситься, глаза на лице все равно должны быть выразительными. Окей. И здесь очень важно выбрать тушь. Существует проблема. Не все девушки понимают, чем одна тушь отличается от другой. Ну вот смотри, у меня две туши. Rocket и Colossal Volume Express. Какую мне выбрать? Сейчас я тебе все объясню. Rocket? Нет. Смотри, у тебя достаточно длинные ресницы, и прежде всего им нужно придать объем. Поэтому я тебе советую выбрать Volume Express Colossal. Юр, давай. Посмотри, у туши достаточно длинные щетинки, которые помогают идеально разделять ресницы и делать результат окрашивания очень аккуратным, при том, что тушь дает потрясающий объем. Ну, я уже накрашусь. А если ты хочешь, чтобы результат был еще более естественным, используй классическую тушь Volume Express. Маш, после того, как ты окрасила ресницы, подчеркни линию роста бровей при помощи карандаша Master Shape. Выбирай светлый оттенок, чтобы он идеально гармонировал с оттенком волос. Держи. Давай. Подчеркни нижнюю линию роста бровей, потом верхнюю. Заполни центральную часть. А теперь одним простым движением укладывай по линии роста. Последний штрих. Блеск для губ. Держи. И макияж готов. Молодец, Маша. Ты умеешь пользоваться тушью, у тебя прекрасно окрашены ресницы. Ой, мне кажется, что у Альбины так не получится. Что не получится? Альбин, посмотри на себя в зеркало. У тебя прокрашены концы ресниц, а корни абсолютно пустые. От этого ощущение, что ресницы как будто парят в воздухе. А я ведь смотрю, что что-то не то. Это журналист, то у меня ресницы парят в воздухе. Я пойду открою, пока Юра все исправит. Садись. Вот, можешь подождать здесь. Твоя последняя статья — это просто нечто. Угу. Очень классно. Спасибо. А Альбина скоро освободится? Альбин, давай сначала удалим остатки той туши, которую ты уже нанесла на кончики. Альбиночка, у тебя не очень длинные ресницы, поэтому тебе нужна тушь, которая даст хороший прикорневой объем. Это Rocket? Да, это Rocket. Посмотри, у нее короткие щетинки, которые позволяют удлинять ресницы от самого корня, и при этом эта тушь дает объем одним движением очень быстро. На, держи. Начиная от корней, чуть-чуть приподними подбородок, вот так. Если тебе нужны более густые ресницы, наноси второй слой, пока не высохнет первый. И сразу второй. А если тебе нужно более естественное окрашивание, выбирай тушь One by One Volume Express. Она также от корней хорошо прокрашивает ресницы, дает объем, и при этом ресницы выглядят более естественно. Это потрясающе, Юра. Если у тебя длинные ресницы, ты хочешь придать им объем, используй тушь Volume Express Colossal от Maybelline New York. Если при этом нужно придать объем от прикорневой зоны, используй тушь Rocket. И всегда оставайся модной и красивой. А кто читает Маяковского? Я. Это мой любимый писатель. Поэт. Нет, это неправда. Нет, и ты
Любимая, за что? За что же? Хорошо, я ходил, я дарил цветы. Я же из ящика не выкрал серебряных ложек. Не буду вам мешать. Ну что, начнем? Да, конечно. Можно один вопрос мне для интервью? Да. Я по поводу твоей подруги Маш. А, это не обращай внимания. Это подруга моей сестры, и я временно с ней живу. А у нее кто-нибудь есть? Да, она встречается с Юрой Столяровым.